Всем привет! Это обзор от интернет-магазина Actec.ru, и сегодня речь пойдет о светодиодном кемпинговом фонаре Pilight 602. Поехали! Поставляется фонарь вот в такой коробке, а внутри нам удалось найти зарядное устройство от сети и сам фонарь. Выполнен он из высококачественного пластика, имеет в своем запасе 24 светодиода. Питание происходит от трех батареек типа 2А. Так, это откручивается, и батарейки вставляются вот сюда. Или же от солнечной энергии. Оснащен USB для подзарядки ваших гаджетов. Вес составляет 262 грамма, имеет один режим свечения. Достаточно яркий. Светодиодный фонарь летучая мышь Pilight 602 – это отличное средство для освещения небольших площадей и особенно при походе с палатками. Благодаря невысокой цене, простоте использования, пользуется заслуженной популярностью у покупателей. К сожалению, данный обзор подошел к концу. Покупайте данный фонарь в нашем интернет-магазине actec.ru, а я с вами прощаюсь, ставьте нам большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте и до новых встреч!